Вот у нас частично старая часть Углича. Рядом дом на месте старого. Его строили, когда я была на третьем курсе педа. И частично он тоже, кстати, вошел и в первую мою курсовую. И, кажется, еще и в диплом. А теперь он то ли сдается, то ли продается. Просто контраст. Там, наверное, начало Советского Союза или начало прошлого века этот дом построили. И рядом. И снова доисторически, в смысле прошлого века. Красноармейский бульвар, если мне ничего не путаю, моя память. Вообще можно сказать, что это АСМР. Потому что там ветер шумит, вода журчит, чайка летит. Несомненно, старая часть Углича в виде вот этой хренотени. У нас дом, который уже был ранее в кадре. Между деревьев тоже был что-то подобный дом, но его по ходу дела уже снесли. Тут не очень часто бываю, или если бывает, то не совсем в этом месте. Но давно хотела сюда выбраться, поснимать. Теперь уже не фотки, а на видосик. Возможно, это... Я вообще изначально думала, что это видео именно в этом месте, на районе Углича, надо снять для Дины. Но ее интересуют более деревянные дома. Их тут немало. Недавнего.
на кого, ставшей основой моей маленькой зарисовки. Местечковая гроза. С Машей мы как-то тут гуляли, и меня торкнуло. Где я случайно, ну не то чтобы случайно, частично прошлась по некоторым нашим пинтам. И вот мы как-то тут с ней были, и я поняла, что этого здания больше нет. И с того момента решила сюда как-то прийти и заснять. Почему-то на распилку деревьев, которые вроде бы никому особо не мешают, особенно в этой части, где люди любят как бы погулять, посидеть в тени деревьев, летом очень хорошо, весной или, допустим, сейчас. Наши бюджетные городские деньги тратятся вот именно вот на это, на распилку этих самых деревьев. Возможно, слышно трактор. Возможно, даже чуть-чуть его будет видно сейчас. Некая надпись. Так понимаю, это наскальная живопись людей из города Углича. Согласитесь, тут очень уютно. Тихо, мирно. Я как раз выбрала такой момент, что нет людей. Я думаю, здесь, в принципе, довольно редко бывает скопление народа. Можно отдохнуть от этих самых людей. И закончим мы видос на вот этих вот грибах.